Всем привет. На нас никто не напал, обалдеть. А потому что мы развалили всех. А? В округе. Вообще всех? Колян, ты тоже там спал, что ли? Так вот, я же кровать построил. Я просто пошел попить на лицо. Так нет, да, ебать, кровать, нихуя себе. Ну я что, знал, что ли, что я построил? Я просто там поставился и все. Так. Что-то растет. Нихуя. А вот еще вяленое мясо приготовилось. Сырое мясо. И ногу повешу, пускай нога сушится. Натуре. Так, надо сказать нашему другу. Братан, ты молодец, давай строй вот эту хуйню. Я ему что-то сказал, чтобы он достроил постройку, он что-то такое, угу, и все. Да. Хуя тут ветер. Ну, так. Так, ты большой. Что делаешь? Я? Че? Быстро тратится броня, когда ты... Ну, если быстро тратится, зато она тебя защищает. Я думаю, делаем еще факелы или пока не так? Да хватит. А, чтобы... Или камин внутри все-таки построим. Так мы уже на улице же его строим. Давайте внутри строим. Скажете. А его можно перенести? Я думаю, что да. А что у тебя растет в клумбах? Травушка всякая, травушка. Я бы сказала, как в этом. В джентльменах. Но боюсь, может Twitch забанить. Ай-яй. Кельвин, хули на проходе встал, ёбаный. А нельзя вырастить какую-то хуйню, которая давала бы там тряпки, веревки. Это какая? Хлопок? Мало ли. Не знаю. Кстати, похавать надо. Ну кыш. А что можно сделать с солнечной панелью, кстати, интересно? Я вот тоже. Электричество будут лампочки гореть. А у нас еще и лампочки. А где ты нашел солнечную панель? Не знаю, вот. Охуеть, давай построим. У нас и проволоки. У меня тоже есть солнечная панель, две лампочки. Тогда можно, вот сейчас я сделаю места под солнечные панели. Ебать, так можно даже с этого острова и не уезжать, у нас и тут все хорошо. Блять, чё нога висит? Блять! Нихуя себе! Там этот, Вирджиния стреляет, там вон чувак нападает. А, твоя хуй! Будь здоров! Возьма! Так, ну попробуй-ка, вот, попробуй-ка. Нужно вот здесь. Во! Во! Ты убила его? Да, или где он? А где он? Он валяется с горы упал. Ааа, как лапочку повесить? Ёбаный-бобаный, блядь. Ха, сходит, смотрит на нас такой, чё делает? О, ещё один. Туземец или кто? Да хрен знает, кто это. Лапочку повесить, блядь. Ой, баба походу была. Раз спасибо. Да не-не-не, я не тебя. Угу. Понять не могу, нихуя. Вирджиния, там тут туземец вроде. Где? Ну что, с ним что-нибудь придумаешь? А вон натуре. Вирджиния, кс-кс-кс. Только не ту, в ту сторону, блядь. Он к вам убегает, что там? На это сейчас. Чё присел? Сось.
Да-да-да-да-да, мешки. Чё-то я не понял. Лох. Так, убили. Не приходите сюда. С нами шутки плохи. Там костер разведется. А есть вот костер, как раз келью он отдыхает. А. Как сделать лампочку, блядь? А чё Келли ничего не делает? Устал. Блядь. А чё бежит? Чё это, блядь, значит? Ты чё за мной бегаешь? Ты чё мне пугаешь так? Кто за тобой бегает? Да Вирджиния, чё за мной бегает, пугает? Я ничего не понимаю, блядь! Я тоже. Просто лампочку, блядь, хочу повесить. Чё так сложно? Чё? Лампочку. Ах ты пёс, блядь! Чё? Сзади подкрался, сука, пока я не видел лавку собака. Там он ещё один в лесу бегает. Сука, да как так-то меня убили? Спасать его надо. Там еще идут. Возродите меня, пожалуйста. Спасибо. Возродил. А где еще идут? Там. Там в лесу кто-то бегал. Вон он. Или она. Вали. А куда побежал? На, Цеси, на, в жопу, на, в жопу. На, в жопу. Попрыгай. Да. Ну стой! Стой, сука! Бле. Ну всё. Возьмёшь? Понадо, давай. Ну, этот. Так, а я дальше пошла камни собирать. О! Чё это такое загудело? Да? А чё? А, нет, могу. Пиздец, тут технологии. Что-то они... А, я надо купить их выключить, да? Я просто напрямую подвёл. Пиздец, столько нахуй заморочки, у тебя у нас есть лампочка. Красота, да. Ну то как-то некрасиво выглядит. А что-нибудь более полезное, блядь, может сделать эта панель солнечная? А что, лампочка не полезна тебе? Не знаю, там какой-нибудь электропулемет. Ну, что хочешь. Бля, вот висит гнилое мясо, что вот с ним делать? Это не гнилое оно, пускай не висит, пускай висит, пускай оно не висит. Гнилое. А, оно потом типа станет вяленое? Да, но это не гнилое, это вам кажется, что оно гнилое. Ну как, ну красный пак, там написано, жрать нельзя. Блять, ну, я хуйню сделал. Тухлое мясо. Ты опять сломал? Поняла, у меня оно все сырое, обычное, это у вас оно почему-то гнилое. Вот у меня все зелененькое. Все, пускай вялится, не трогайте. У него там какое-то вяленое мясо получается. Mm-hmm. А у нас тухлое. Ага. Бля, можно было тут собрать эти камни. Я бегаю, сука, по лесу. Ура, камин готов. Да ладно, нихуя. Фух. Заебись. Ой, то мы теперь можем камин жарить их поставить. Mm-hmm. Наверное. Кастрюлю там поставьте. А камин-то внутри у нас, да? Да. Что случилось? О, уходи. Так, блядь. Да, он вот стопол. Я чё, загорелся? Нет, я поджег камин.
О, она опять алоэ принесла. Что нам с ним делать? Тебе алоэ несут. В дом. Спасибо. Алоэ полезное. Это хилки. Что у нас Кельвин делает? Хуйней страдает? Да я не знаю, он что-то непонятное делает. Устал, пацан. Из этого нет. Наблюдательная башня. О, может наблюдательную башню построить. Будешь наблюдать что-то? Вот эти челики будут когда прибегать. Мы на нее залезем, будем пострелять. Ты ебать, тебе удобно? Сидит в досках, тут отдыхает. Нельзя вот так делать. Все, я поставил вариться в мясо. Короче, пошла рыбу ловить, это я умею. Рыбу? Да. Давай. А я лампочка делать. Что у меня тут еще есть? Ты что там приготовилась, Влада? О, вареное мясо. О, кто будет? О, мне пить хочу ужасно. И так что я буду. Вареное мясо есть надо? Я буду пить. Вода. Так, ну ешьте. И поел бы, да. Спасибо, Влад. Да не за что, ваше мясо было. Я долго думал сейчас, что нужно сделать, зажать или нажать? Да вот да. Всё. Лампочка. Ебать, горит лампочка. Что я сделала? Лампочка. Конечно, до этого горело. Ну теперь горит точно и все более-менее. Это хуёво горит до этого? Да. Там еще есть, блядь, варианты горения, типа сильнее, слабее. Нет, я к тому, что... Ой. Вы не понимаете. Вообще... Я согласен. Типа слишком сложно было конструкция вся. Я сейчас... Это я заметил. Угу. Конечно, круто. А кто два мяса уже спиздил? Я же говорю, это я сварила их. А, ну ладно. Блин, деревья падают с таким звуком, как будто гром. Группа? Да. Новая группа. Да, новая группа Гром. Так, что у нас еще на карте есть? Хочу еще посмотреть. Вот куда ходили? Там еще есть этот восклицательный знак. Пойдем, сходим? Или поздно? 4 часа дня. Поздновато. Ну давай, ладно, тогда сейчас закончим. Тогда пойду соберу всякие ягоды, хуягоды. Тут в этом лесу что-то мало. Ой, тьфу ты, блин, Вирджиния, ё-моё. Вот это, блядь, кто поставил? Чё там? А, такое уродство там, да, я тоже не понимаю, что это такое. Это, наверное, друзья наши. Пометили. Мне уже дом лень строить. Ты можешь так оставим? Потом достроим. Я просто не знаю, что дальше делать. Дальше крышу, блядь, и третий этаж. Потом четвертый надо еще. Но... Так, мы только четвером играем, мы играем втроем. Да. Ну, Кельвин с Вирджинией. Точно, тут пятиэтажку тоже. Каждому а у Вирджинии две доп. Ноги, поэтому, точнее, две доп. Нога доп. Рука.
Поэтому ей надо еще чердак. Типа отдельно складывать туда или что? Так. Я побегаю тут, собираюсь. Ой, Влад прыгнул, не пролетел. Не надо мне. Я вовремя отбежал. Ой. А деревья разрушаются абсолютно нелогично здесь. А чё бревна не поняла. Чё бревна? Распилили снайпеньки и не нужны. Ну, я значит... их не пилила. Они сами распилились? Да. Всё так и было. Вирджини что за мной ходит? Я не за мной находит. Да, но тут что-то сумка может найти себе дело. Пускай строит что-нибудь. Ёпт. Что-то у нас лампочка не горит никакая. А ты подойди, включи ее. Так я подошел, включаю, она не горит. Угу. Смотри, электрик, разбери, что-то проблем. Ща. Федорович придет. А, ну конечно не горит, потому что села. А почему села? Ну, солнце село. А нахуй нам лампочка днем, блядь. Она все это время горела днем просто. Бля. Ладно, идемте спать. Сейчас, сейчас, сейчас. О! Ты приготовилась мясо уже? Че? Или нет? Че? Или нет, еще нет. Лампочка. Почему-то днем горела. Ой, блядь, электричество все потратило днем. О, тут можно кушать. А когда к нам придут эти мутанты? Можно. Не, мутанты надо? В подземельях. Как? В подземелье, когда мы сами пойдем. Подожди, мы когда играли в первый форест, там они просто приходили. Это второй форест, я не знаю. Это вам не тут. Погнали спать. Все, последняя доска. О, гитару починили. Вот. А как смотреть? Залазишь. Оп. А, по нитке, не хочешь себе. И все, я такой, ну чё, кого? Дас! Достаньте меня на этой вышке. Главное, отсюда потом не спрыгнуть. Чё, спать? Всем пока.